Собственные доходы бюджета Кубани на 2018 год планируется увеличить до 250 миллиардов рублей. При этом глава региона Вениамин Кондратьев подчеркивает, бюджет должен отражать существующие потребности жителей. По итогам 9 месяцев в консолидированный бюджет края поступило более 180 миллиардов рублей собственных доходов. Вклад Анапы – 4 миллиарда 264 миллиона рублей. Это на 382 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. Положительную динамику необходимо сохранять, отметил исполняющий обязанности главы Анапы. Сейчас наступило время для сбора различных видов налогов, в их числе налог на имущество физических лиц. Из 81 тысячи налоговых уведомлений в Анапу поступило 71 тысяча. Большая часть уже роздана налогоплательщикам. Напомним, срок уплаты налога 1 декабря. Юрий Поляков вопрос налоговых поступлений поставил на жесткий контроль. Каждую планерку во вторник будете докладывать мне, сколько мы собрали за неделю, сколько налогоинспекция собрала. То есть мне нужно знать, на каком этапе, в каком движении мы находимся.